11 мая 2104 года. Привет, амигос. И я думаю, что это будет последняя серия по Соме, потому что все идет к концу. Я забыл, а что надо сделать в этой серии? Отследить, куда ковчег пропал. Но прежде чем я отправлюсь... Тоннельный транспорт. А, ну да, это карта. Прежде чем я... Ага, отправлюсь... Индиана Джонс на поиск ковчега отправится. Короче, что хотелось бы сказать. Мне нравится такое положение вещей, когда люди, которые случайно спалили мои фотки, например, через почту. недавний релиз видео, где мелькнул кусок ну ладно, вы поняли. Это не чепчик, это, блядь, не шапка, это, короче, там это. Тетя подогнала мне бальзам для волос, а там надо, короче, этого в тепле голову держать. Вот. Сука, какой отстой. Ну и вот, короче, мне нравится, что никто не бежит делать из этого, пытаться делать из этого какую-то дешевую сенсацию, дескать, вот, смотрите, посмотрите, какое палево. То есть, канал очень тяжело набирал. Набирал подписчиков, да, это сейчас на танке все сбегаются, там по 800 человек в день, сегодня вот 800 человек пришло только. Но все не на танке, они как бы это, ну такой. Не тот контент, который собирается на обычные летсплеи. Вот, так что сижу, наслаждаюсь этим выражением, что нас мало, но мы в тельняшках. А были бы дети на канале, вот были бы реально малолетки, как обычно это бывает. У летсплейщиков, у топовых. Там же одна детвора, это все понимают. Все, это, блядь, сейчас бы нахрен там на ушах все стояли. По поводу фотографий и скриншотов всяких. Так что мне, забирать или что? Мне дальше не пройти без этой хренотени. Она не хочет мне ее отдавать. Видимо, мне сюда. Ну что, моего последнего врага в этой игре съел киберчервь. О, знаете, последний раз я такую печальную конечность видел у Шварценеггера в фильме «Терминатор 2», когда ему между шестеренок руку зажало, он сам себе ее отломил и пошел дальше воевать с Т-1000. Майн. Будет прикольно, если Нио захватила пушку, и мой враг будет мегапушка. Как этот злобный трансформер Мегатрон, который был огромный робот, который трансформировался в маленький пистолет. Ну как в маленький, но в руку трансформером помещался, насколько я помню. Кто в детстве зыркал трансформеров? Ну-ка напишите, в маленький он пистолет трансформировался или в большой? Я с этого еще тогда угорал. Так... Это блок питания, насколько понимаю. И тут гаснет свет. Причем Мегатрон был главный злодейский трансформер. Всякие шестерки у него превращались в истребители, в танки, там, во всякое такое. А самый главный злобный трансформер превращался в вонючий замдрипанный пистолет. Что за борода? О. О, а что это ему кто-то по башке дал? Да, кто-то разбил ему голову гаечным ключом. Знакомый голос, это Кейт. А кто же ее? Стример, что ли, уделал? Нет, это не Кэтрин. А может, это Кэтрин?
launch it later. No, that wasn't the deal. We made it to save them. To launch it. Out there, it's hope. Down here, it's a fucking terrarium waiting to die with the rest of us. Это Кэтрин. No, we launch it today. This is my project, my arc. It's bigger than that. Don't you get it? It's not for you to decide. We're talking about the fate of mankind. Get away from the arc. I'm taking it. No, you're not. Oh. I'm not gonna let you ruin this. Stop it! Guys, calm down. Get away from me! No! It was an accident. Catherine, talk to me. Catherine. Так кто же ее убил-то? Oh God, Catherine. Did you say something? It's you. You had an accident. Какой несчастный случай, ее убили? Oh. You mean Catherine? Don't worry, it's better this way. А ей похеру, понятно. Сенсации не будет, ну жаль. Да. Что ж все так печально-то здесь, а? Казалось бы, и так Армагеддон. Хуже быть не может. You got into a fight with your colleagues. They didn't want to risk launching the Ark. Thought it might not make it through the atmosphere. They killed me? I'm sure it was an accident. Да, убили. Именно это они и сделали, пидорасы. I think I found the assembly space. What do you see? It's like a huge open shell. A bullet, ready to be loaded. That's great. All prepared for the Ark. Right. I'll go pick it up. How could they kill me? Catherine. I know I'm not an easy person to like. I just thought they trusted me. Как? Тебе дали по башке, блядь, гаечным ключом. Сюда надо ковчег притащить. А где он? То есть случился конец света, а люди все равно грызню свою не прекратили. Все равно нашли из-за чего посраться, блядь, и начать друг друга убивать. О, да, это так по-нашему. There were some. Jesse, Sean, Kevin. I always wanted a friend. Like a real one. Someone you'd never hold back with. I'll be your friend. Oh, pity friendship? Now I feel even worse. Что? Как ее отлепись? Do you think the Ark will make it through the atmosphere and into space? It almost doesn't matter anymore. We just need to try. Черт. If we burn, we burn. If we're lucky, здесь что, одна батарейка на весь уровень, что ли? With the Ark on Earth, maybe we have a few decades of power to keep it running. In space, we have thousands of years. Still, one hell of a gamble. This was never about certainty. It's about hope. Да. Столько людей погибло, чтобы ковчег запустить. Кто-то трагически, кто-то, блядь, кого-то убили нахуй. И в итоге все равно ничего не запустили. Может, ну его в жопу этот ковчег. Может, ему просто не судьба улететь в космос. Good job, Simon. Take it to the assembly space and load the bullet. А, мне не забрать. Как он одной рукой несет его? Че, меня никто не попытается остановить? Или просто скрипт запустился только когда я ковчег положил? Того телепортирующего все-таки сожрали, что ли? Телепортораста этого.
Да ладно, чё, без фокусов? Это так похоже на огромный член. Мы хоть прицелились? У нас ковчег-то один всего. Одеть можно посмотреть? Извините, это я заберу. А это что такое? А, тут я нашел ее. Куда идти-то? А, наверх. Ну что, какая сенсация ждет в конце игры-то? Они чем-то же должны огорошить как следует. Я думаю, что-то будет связано с этой флешкой. Она не может быть ни при чем. Now what? Now we just need to get the shell into the gun and then kaboom. Aren't you forgetting something? How are you going to get us on board the Ark? Don't we need to make another scan? Oh, don't you worry. You don't operate something like the Omega space gun with your bare hands. You mean it's a pilot seat? Like back at Omicron? Yes, and we can use it to transfer you to the Ark while operating the gun. Two birds and all that. Now, take the Omicron and plug it in next to the seat and I'll guide you through the final steps. Было бы обломно столько всего сделать для этого ковчега и на него не попасть. Это все равно, что Ной бы, блядь, 10 лет строил свое корыто, а его бы не взяли. Кидалово века. А между прочим, там вроде как умные люди посчитали, что Ной свой ковчег чуть ли не 180 лет строил. Нихуёво чувак пожил, да? Ну я не помню сколько точно, но столько точно не живут. Вот это я помню хорошо. Интересно, а почему я опять выхожу наружу-то? Что-то я не врубаюсь. Чё, эта пушка не изнутри управляется, что ли? Дерьмо какое-то. Это был самый безопасный уровень во всей игре, по-моему. На меня никто впервые не нападал, не пугал, не стращал. А теперь меня снова заставляют выходить наружу. О, масштабная постройка, масштабная. Ей место где-нибудь в наших сибирских лесах. Там обычно... такие вещи обычно там находятся. Присесть? Подожди-ка, что-то я сомневаюсь, что мне надо ее запускать. Прямо сейчас. Говорю, что сюда можно пройти и залезть в эту капсулу. Пустите меня на борт. Нет, тут больше ничего нету. Я просто думаю, что где-нибудь в конце-то здесь должна быть такая наебочка хитрожопая. И путь к двум разным концовкам, если я уже их не обеспечил, убив этого Нио. Возможно, там переломный момент и был. Какая разница, я что, срать собираюсь? Давай, запускай. Удобно, неудобно. Что это за ведро? Вот мне нахлобучили. Wow.
Воу-воу-воу-воу-воу. Что такое? Забираем ракету. Ну, все знают, что была во Второй мировой войны. Во Вторую мировую войну такая пушка Дора называлась. И их вроде даже две было, вторая была Густав. Ну, поменьше. Вот это, наверное, она наверное, также заряжалась. Там, как мне один знакомый артиллерист рассказывал, после каждого выстрела следующий снаряд был калибром чуть-чуть покрупнее. Потому что снаряд изнашивался, ой, ствол изнашивался, расширялся, типа. Я думаю, ты мне пиздишь. Чё, спасибо. Я думаю, что она себя туда записала, а нас решила кидануть. Time. 20 seconds. What's the matter with the upload? Just give it a second. Thought you guys would have better bandwidth in the future. В будущем грузиться быстрее. А я чё не гружусь? 9, 8. Я не успеваю. Отбой, нахуй. О, пизда-то. Да, успела. А, да, зашибись, получилось. Ну, получилось, блядь. Но я-то здесь остался. Улетела моя копия, я рад за нее. Саймон, долбоёб, ты до сих пор не понял, как это работает? Во-во, придурок. Копии сели, копии, придурок. Саймон, ты чайник. А эти сволочи будут жить себе в космосе. Это не мы, они не мы. Да-да-да. Все. Выключается. Энцефалочип поврежден. И остался Саймон один в темноте. Вот же грусть ебаная. Интересно, как оно там в ковчеге на флешке по космосу носиться, летать? Смысл-то в чем? Некоторые из них предлагали оставить ковчег на земле со словами, какая им там в жопу разница в этом ковчеге. А другие говорили, нет, давайте в космос. Да, на месте Саймона я бы тоже кричал, что шатал я все в рот, какого хрена. Эти ублюдки будут там кайфовать, а я здесь, как бы, ну... Я об этом еще задумывался после того, как посмотрел фильм «Шестой день» со Шварценеггером, как бы, что... Твоя копия — это все равно не ты сам, да, он там думает, как и ты, и все такое, но все равно это твоя копия, блять, это не ты. И обломно быть той копией, которая прошла весь этот путь, все сделала, а улетела какая-то другая копия, но
Получается, за игру мы уже один раз Саймона сменили, когда он скопировал себя из одного тела в другое. То есть это уже был... игра как бы, ну, перенесла игрока в другое тело, но это неправильно. Для того Саймона, которым мы начинали играть, игра закончилась на том моменте, когда он сел в кресло пилота и нажал кнопку. Дальше пошел уже другой, уже копия Саймона номер 2. Она дошла до сюда, донесла ковчег, пульнула его в космос, а в космос улетела копия Саймона номер 3. Спокуха, Кейт, конечно, удивилась. Хотя чё ей волноваться, она флешка. Я думаю, что... Да я даже не знаю, что думать. Это очень необычная игра. Это такой сюжет, не знаю, в духе таких старых игр, старых олдфажных фильмов. Сейчас-то ни фильмы, ни игры уже не несут в себе какой-то смысловой нагрузки. Не то, что я не говорю, что они не несут в себе великого смысла. Почти никакая игра сейчас вообще, она даже, блядь, минимального ничего не несет. Возьмите «Безумный Макс», в чем смысл был этой игры? Очередную бабу он встретил, блядь, ладно, может, кто еще не прошел, я не буду говорить, но чушь полная. «Тени Мордора» — такое же говнище. То есть, что ни возьмите там... А здесь, вот здесь прям вот сидишь такой прихуевший и обдумываешь, как же это так? Что ж за конец-то такой? Ну, после титров, видимо, ничего не будет. Что-то происходит. О! Да ладно, нахуй. А вот мы на ковчеге. А вот, видимо, Саймон версия 3.0 очнулся на ковчеге. Ну, для тебя сработало, чувак. Но ты ж слишком тупой, чтобы подумать о том, что ты всего-навсего третья копия. А почему на ковчеге так херово все? А, вот, теперь уже лучше. Да. И что, они как бы будут жить вечно на этой флешке? Они бессмертны, они не состарятся? А для чего? Нахера это все нужно-то? Я что-то не врубаюсь. То есть сама суть игры, вообще битва за то, чтобы отправить свои копии всего лишь на флешке в космос. Для чего? Даже не вы кайфовать будете, а ваши копии. Но, сука, даже не при жизни, а на флешке, блядь, в чем смысл? Если вы читаете сообщение, вы приняты в проект Ковчег. Цель данного опроса – помочь разработчикам лучше понять ваше субъективное восприятие, получить возможность сделать ваше участие в проекте лучше. Просим вас перейти непосредственно к опросу. Это уже было. Я чувствую полный сдвиг, блядь. Я в ахуе от вашей игры, господа. Да плевать. Я не могу успокоиться. Все какое-то... Все хуйня. Все по новой. Беспокоит ли вас факт, что вы больше не являетесь человеком? Я уже проходил этот ссаный опрос. Но теперь я передумал, да. Ну, уж лучше так, чем помереть. А где другие люди-то? Нас же сюда много, в ковчег приняли. Почему я здесь один?
Люди. Болты на блюде. Что ж такое-то? Сейчас окажется, что Нио сюда проникла. Наверняка, бля, буду. Честно, сейчас такое чувство, что лучше бы игра закончилась на том, что Саймон остался на глубине в кресле. Кэтрин? О, Кэтрин. Ну-ка, дай-ка тебе электронную ванзюлю сделаю. Свой микро-USB подключу. Все-таки хэппи-энд. Хотя, смотря как воспринимать. Смотря за какую копию вы... За какую копию Саймона вы больше... какой копии... Блять, я даже не знаю, как сказать. Если вы привязались к тому Саймону, который сидит в кресле, вы не скажете, что это хэппи-энд. То есть, если... Ну, если в вашей голове укладывается жизнь на флешке, блять, в виде электронной программки какой-то... Отлично, я за вас рад, для вас это хэппи-энд. Ну, в любом случае, это, сука, одна из самых, наверное, необычных игр в моей жизни. С одним из самых необычных сюжетов. Теперь, я думаю, эту игру будут долго, очень долго и много кому ставить в пример. Потому что это действительно, сука, бомба. Пожалуй, надо даже купить лицензионную копию этой игры, потому что разработчик... Не разработчик, потому что, блядь, игра лагает как говно, а сценарист заслуживает, сука, получить свою зарплату. Он реально поработал. Он реально молодец. Это было офигенно. Но это сценарий года, как минимум. Я считаю, что надо дать золотой джойстик за сценарий этой игре. В ней, блядь, смысла больше, чем во всем Evil Within, блин, с его там этим легендарным создателем. Ну что ж, это действительно конец. Так что что-нибудь жмите, пишите вообще, не что-нибудь жмите, что-нибудь пишите, а напишите, как вам сценарий этой игры. Что думаете обо всем. А вот, смотрите, теперь сложилось это лицо справа, оно всегда размазанное было. Глаза марсианки такие, просто охренеть. Глаза марсианки, моська китаянки. Просто аватар бледнокожий. Ладно, на этом все. Это было круто. Адьё, амигос.